Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня у нас необычное видео. По вашим просьбам я решила снять видео про мою коллекцию виниловых фигурок Monster High. Моя коллекция насчитывает 24 винилки. Всех виниловых фигурок я держу в коробках. Я считаю, что в них они выглядят намного эффектней. Этот черепок и красивые принты на коробочке добавляют уникальности нашим персонажам. Все коробочки находятся на самом верху моего стеллажа с куклами Monster High. Ну а теперь непосредственно перейдем к виниловым фигуркам. И первая куколка — это Неферо Даниил Сан-Диего Комикон 2015. Можно сказать, что это гордость моей коллекции, поэтому я выбросила внешнюю коробку. А, нет, шучу, вот она, шутка. Итак, а наша Неферо предстает перед нами в образе из мюзикла «Буйорк, Буйорк» – «A Monstrifical Musical». Это очень величественная и красивая винилка. Ну а теперь перейдем к первой волне фигурок. И в этой волне моя любимая — это Гулия Йелкс. Я люблю ее аутфит и особо незамороченную прическу в виде распущенных волос, а также огромные белые очки. Также в моей коллекции есть Дракулаура, которая весело нам подмигивает. Ей бы еще зонтик в ручку, было бы совсем крутяк. А рядом на полочке расположена улыбающаяся Франкенштейн. Блики в ее глазах выполнены в виде молний, а винилка демонстрирует нам, что Франкенштейн очень активная девушка, которой интересно абсолютно все, что происходит вокруг нее. Клодин Вульф – само воплощение стиля. Крутой аутфит, да и волосы у Клодиши прям как у меня. Лагуна Блю и Клео Даниил тоже не отстают в моде. Лагуна — озорная и спортивная девчонка, поэтому она любит носить купальные шортики и шлепанцы. А Клео Даниил просто создана для того, чтобы быть королевой. Она не считает денег и любит отдавать приказы. Вторая волна представляет нам милашку Твайлу, утонченную Скелиту Калаверас, хитрюгу Тора Лейстрайт и непредсказуемую Спектру Вандергейст. Моя фаворитка в этой волне – Спектра. Она является призраком, и благодаря своей прическе Спектра словно парит. Третья волна виниловых фигурок состоит из холодной Эбби Боминейбл, каменного Дьюса Гаргона, любительницы природы Венеры Макфлай Трап и прекрасной горгульи Рошель Гойл. И моя самая любимая и большая хотелка – это Рошель. Ее образ слишком уж утонченный и милый. Ну а теперь мы с вами перейдем к Чейз фигуркам. И это коллекционные фигурки, которые выпускаются в совсем ограниченном количестве. А поэтому они являются более редкими и дорогими. В моей коллекции Чейз фигурок есть Дракулаура, Франкенштейн, Венера Макфлай Трап, а также Клодин Вульф. Тут трудно сказать, кто моя любимица, так как все тело куколок черное с принтами Monster High. Также в моей коллекции есть питомцы-монстряшки. Совушка Гули, сэр Хутс Элот, собачка Франкенштейн Вадзит, питомец Клодин Крисцент и летучая мышка Дракулауры, граф Великолепный. А рядом расположилась одиношенька Клодин Вульф из полуторной базовой коллекции School Zone. Ну а на этом рассказ про мою коллекцию виниловых фигурок подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, мой инстаграм и на мою группу и страницу ВКонтакте. Ставьте лайк под этим видео и не забывайте написать в комментарии, как вам моя коллекция винилок и какая ваша любимая фигурка. Оставайтесь с нами, ведь конкурсы, стоп-моушены, топы и обзоры на новых кукол скоро вас ждут на канале. Be cool and crazy! Пока-пока!